Я новый мир хотел построить, но больше нечего ломать. Дуб, ель, каштан, рябина – более 10 различных видов флоры украшают мемориальный сквер городов-побратимов в городском поселении Щелково. Первые из них – голубые ели – появились более 20 лет назад и уже успели пустить крепкие корни. Однако внимание злоумышленников привлекли самые беззащитные саженцы. В минувшие праздники были сломаны 13 молодых деревьев. Когда-то в их посадке принимал участие личный герой Российской Федерации Виктор Рень. Мало сил вложило и подрастающее поколение. К сожалению, для неизвестных вандалов плоды чужого труда оказались пустым звуком. На месте сломанных деревьев так или иначе когда-нибудь посадят новые. Однако вандалы в любом случае должны понести наказание.